Видео по каналам Уроки ТВ. Номер 5. Выполни вычисление. 45 тысяч отнять 28 529. При вычитании многозначных чисел в столбик мы записываем разряд под разрядом, а вычитание начинаем с разряда единиц. Так как от нуля мы не можем отнять 9, мы занимаем у 5 одну тысячу. И распределяем ее таким образом. В разряде сотен мы оставляем 9 сотен, в разряде десятков 9 десятков и в разряде единиц 10 единиц. 10 минус 9 будет 1. 9 минус 2 будет 7. 9 минус 5 будет 4. От 4, так как мы занимали 1000 в разряде единиц тысяч, у нас осталось 4000. От 4000 мы не можем отнять 8000, поэтому мы занимаем в разряде десятков тысяч 1 десяток тысяч. Это 10, получается, и 4, того у нас 14. 14 минус 8 – это 6. 3 минус 2 – это 1. Ответ – 16 471. 21 600 отнять. 19 054. Записываем разряд под разрядом и начинаем вычитание с разряда единиц. От нуля мы не можем отнять 4. Занимаем у 6. 10 минус 4 будет 6. 9 минус 5 будет 4. 5 минус 0 будет 5. От 1 мы не можем отнять 9. Занимаем. Получается 11. 11 минус 9 будет 2. 1 минус 1 будет 0. Ответ 2546. 420 026. Прибавим 289 870. При сложении многозначных чисел в столбик мы записываем разряд под разрядом и сложение начинаем с разряда единиц. 6 прибавить 0 будет 6, 2 прибавить 7 будет 9, 0 прибавить 8 будет 8, 0 прибавить 9 будет 9, 2 прибавить 8 будет 10, 0 пишем, 1 переходит в соседний разряд, 1 прибавить 4 будет 5, и 5 прибавить 2 будет 7. У нас получился ответ 709 896. Следующее выражение. 108 404 прибавить 420 296. 4 прибавить 6 будет 10. Мы записываем 0. 1 переходит в следующий разряд. 1 прибавить 0 и прибавить 9. Получается 10. Записываем 0. 1 переходит в следующий разряд. 1 прибавить 4 будет 5. 5 прибавить 2 будет 7. 8 прибавить 0 будет 8. 0 прибавить 2 будет 2. 1 прибавить 4 будет 5. У нас получился ответ 528 700. Следующее выражение. 528 разделить на 800 и разделить на 100. 800 разделить на 100 мы убираем по 2 нуля в делимом и делителе, и получается, что мы 8 делим на 1. Получается 8. А 528 мы будем делить на 8. 52 десятка делим на 8. Берем по 6. 6 умножаем на 8, получается 48. Отнимаем данное значение от 52. Получаем 4. Сносим 8. 48 – наше второе неполное делимое. 48 единиц делим на 8. Берем по 6. И получается ответ 66. 100 умножить на 534, деленное на 89. 504 разделим на 89. Закроем по одной цифре. И 53 будем делить на 8. Возьмем примерно по 6. Проверим. 6 умножить на 9 будет 54. 4 пишем, 5 запоминаем. 8 умножаем на 6. Получается 6 на 8 – 48. Прибавляем 5 – получаем 53. Значит, в скобке у нас получилось 6. Теперь 100 мы умножаем на 6.
В итоге у нас получается 600. Следующее выражение. 19 умножить на 780, деленное на 15. Сначала выполняем действие в скобке, то есть 780 разделим на 15. 78 делим на 15, берем по 5. 5 умножить на 5 будет 25. Пишем 5 и 2 запоминаем. 5 умножаем на 1 будет 5. Прибавляем 2, получаем 7. 78 отнимем 75. Получается 3 в остатке, меньше делителя. Сносим 0. 30 – это наше второе неполное делимое. Делим на 15, получаем 2. В ответе 52. Теперь 52 мы умножаем на 19. Сначала умножаем единицы, то есть 2 умножим на 19. Получаем 38. Теперь 5 десятков умножаем на 19. Не забываем, что при умножении десятков в столбик мы записываем первый полученный результат под десятками. Это получается со сдвигом на один разряд влево. 5 умножить на 9 будет 45. 5 пишем, 4 запоминаем. 5 умножить на 1 будет 5, и плюс 4 будет 9. У нас получилось 38 единиц и 95 десятков, то есть 950. Сложим данные значения. 8, 3 прибавить 5 будет 15, будет 8. И сносим 9, получаем ответ 988. Следующее выражение. 648 делим на 816, деленное на 34. Сначала выполним скобки, то есть 816 разделим на 34. 81 десяток делим на 34. Это наше первое неполное делимое. Получается, что мы берем по 2. 2 умножим на 34, получим 68. Отнимем данное значение от 81. 11 минус 8 – это 3, а 7 минус 6 – это 1. Получилось 13 меньше делителя. Сносим 6. 136 делим на 34. Берем по 4. 4 умножить на 4 – 16. 6 пишем 1 в уме. 4 умножить на 3 будет 12. Да еще 1 – это 13. Итого у нас получилось в скобке 24. Теперь 648 разделим на 24. 64 десятка делим на 24. Берем по 2. 2 умножаем на 24, мы получаем 48. 64 отнимаем от 48. 14 минус 8 – это 6. И 5 минус 4 – это 1. Сносим 8, что 168 делим на 24. Берем по 7. 7 умножить на 4 будет 28. 8 пишем 2 в уме. 7 умножаем на 2 будет 14, да еще 2. Это 16. В ответе у нас получилось 27. Следующее выражение. 32 умножаем на 24 и делим на 48. Сначала 32 мы умножим на 24 по порядку. 4 умножить на 2 будет 8. 4 умножить на 3 будет 12. Теперь умножаем десятки, записав их со сдвигом на один разряд влево. 2 умножить на 2 – это 4, а 2 умножить на 3 – 6. Складываем 8. 2 прибавляем 4 – это 6. 1 прибавляем 6 – это 7. Получили 768. Данное значение разделим на 48. Первое неполное делимое – 76 десятка. Делим на 48. Берем по одному. Получаем 48 и 28 в остатке. Сносим 8. 288 делим на 48. Берем по 6. 6 умножить на 8 – это 48. 8 пишем, 4 запоминаем. 6 умножаем на 4 – это 24. Прибавляем 4 – получаем 28. В ответе у нас получилось 16. 210 умножаем на 4 и делим на 14. 210 умножим на 4. 0 оставим справа. 4 умножаем на 1 будет 4. 4 умножаем на 2 будет 8. Сносим 0, оставленный справа. Получаем ответ 840. Данное значение делим на 14. 84 разделим на 14. Берем по 6. 6 на 4 – это 24. 4 пишем 2 в уме. 6 на 1 – это 6, да еще 2 – будет 8. 0 переносим частное. Ответ 60. Следующее выражение. 980 разделим на 35 и умножим 28.
98 десятков делим на 35. Берем по 2, получаем 70. 98 отнимаем 70, получаем 28. Сносим 0, это наше второе неполное делимое. 280 делим на 35, берем по 8. 8 умножить на 5 будет 40. Мы пишем 0, 4 пока запоминаем. 8 умножить на 3 будет 24. Прибавляем 4, получаем 28. У нас 28. Теперь 28 мы умножим на 28. 8 умножить на 8 будет 64. Пишем 4, 6 в уме. 8 умножаем на 2 будет 16. Прибавляем 6, получаем 22. 224 единицы. Теперь умножаем десятки. 2 на 28. Получаем 56 десятков или 560 единиц. Складываем 4. 2 плюс 6 – это 8, а 2 плюс 5 – это 7. Ответ 784. Последнее выражение. 804 разделим на 12. 80 делим на 12. Берем по 6. 6 умножить на 2 будет 12. 2 пишем, 1 в уме. 6 на 1 будет 6, да еще 1 – это 7. 72 отнимаем от 80, получаем 8 остатки, меньше делителя. Сносим 4. 84 разделить на 12, берем по 7, получив при этом 84. Значит, 4 разделить на 12 у нас получилось 67. Теперь мы 67 умножим на 14. Сначала умножаем единицы. 4 умножить на 7 будет 28. 8 пишем, 2 запоминаем. 4 на 6 – это 24, да еще 2, итого 26. Умножаем 1 десяток на 67, получаем 67 десятков. Складываем 8, 6 плюс 7 – это 13, 3 пишем, 1 в уме, 1 прибавить 2 и прибавить 6 будет 9. Ответ 938. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.